Всем привет, ребятки! И мы наконец-то вернулись. Уже прошло 3 месяца, наступила весна, и в общем у нас много интересного для вас. О нет, что здесь произошло? Сколько времени нас не было на Олухе, что тут сожгли все? Вы должны быть изгнаны в Арктику за то, что вы совершили, и никто вас больше не пропустит на Олух. Не могло случиться, ведь мы все контролировали.